Первым в сети появилось сообщение об эвакуации сотрудников администрации города. К моменту прибытия нашей съемочной группы работники мэрии, вероятно, уже разошлись по домам. А вот машины ГИБДД, полиции и пожарных все еще дежурили у здания. От комментариев сотрудники правоохранительных органов отказались. По неподтвержденным данным, в здании администрации был обнаружен бесхозный предмет. Сейчас, по всей видимости, внутри ведется работа сотрудниками правоохранительных органов, ну а людей близко к администрации пока не подпускают. Рязанцев, оказавшихся в непосредственной близости от здания мэрии, сотрудники ГИБДД вежливо просили скорректировать маршрут движения и не приближаться к зданию. Можно предположить, что представители правоохранительных органов опасались вероятности взрыва. Как выяснилось чуть позже, помимо администрации были эвакуированы еще несколько организаций, а именно Управление образования города, Комиссия по делам несовершеннолетних и Управление соцзащиты Рязани. Кроме административных зданий эвакуировали и посетители практически всех крупных торговых центров – М5 Молл, Малина, Премьер, Виктория Плаза, а также ТРЦ Круиз. Напоминаем, что правоохранительные органы официально ситуацию пока не комментируют, но на одном из информационных сайтов появилась информация, что эвакуация здания администрации началась после анонимного звонка. Звонивший сообщил об угрозе взрыва. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».